Это у нас гость приехал со своими товарами. Сергей Егорович Игнатов. Город у какой? Угледар какой-то? Угледар Донецкой области. А? Угледар Донецкой области. Донецкой области. Ну, это входит в самую Украину, не те, которые независимость провозгласили. Это входит под контролем киевской власти, находится наш город. Ну, у вас кто там главный? Порошенко или Захарченко? Порошенко. Так, ну-ка, держи-ка, ко мне гости пришли. Но уважаем мы и Захарченко. О, вечер. Геннадий Тихонович, давайте продолжим разговор. Давай. Дело в том, что я узнала вот истинный корень своей вот этого непонимания. Все объясняется очень просто. Когда раньше пасли коров, один пастух пас, а воскресенье пасли по очереди, то вот за этот день они вообще и деньги не брали, и поэтому себе им ничего не оставляли, платили только пастуху. А я этого не знала. В течение всего лета мы вот по очереди, и все. И я поэтому, я недопоняла, вы меня недопоняли. Ну, я понял так, что я будто бы сказал, что деньги ему отдавать. Да, вот, вы отдали, потому что... Я вообще не знаю, о чем речь идет, поэтому... Вы могли это сказать, потому что, ну как это, он отработал, вот и отдайте все. Здесь просто я не поняла, и вы не поняли. Но я виновата во всем, и я прошу вас прощения, что я вот на какой-то момент чтобы кто-то пас и кому-то отдавать, я никогда этого не говорил. Вообще, у меня мысли даже не было. Это вот у меня просто, я по незнанию. А кто тебя сейчас? А это сейчас мне Леша объяснил. Леша Устинов, они когда были ребятишками, и он мне сказал, тетя Люба, может быть, вот это так объясняется, что... Когда мы пасли, нам платили, значит, а по очереди кто пас, просто деньги не брали, что наши коровы пасли день, да и все. То есть вот каждый пас своих коров и все? Да, и все. И поэтому вот такое недоразумение получилось. А я по незнанию то думаю, ну как это так? Еще Игнатий Тихонович его защищает, вот якобы наши деньги ему уходят. Простите, это просто мое незнание. Хорошо, что разрешилось. Да, и мне на сердце так радостно, что у меня теперь вот нет вот этого червячка там. Вот, и, я спрашивал Люду и другие, скажи, да ладно, не было. Но вы могли предположить такое, чтобы я пришел и сказал, пастух пасет, ему не отдавайте, отдайте. Да нет. Нет, такого, конечно, не будет. Никогда, даже миллионы доли процентов. Ну, в общем, процентов. И тем не менее, слава Богу, что этот слава разговор Богу. Сегодня поднялся. Видишь, зато я сейчас, ты... да, простое объяснение этому всему, и у меня на сердце радостно. Слава Богу, у нас сегодня, видишь, это разговор-то был. Ну, да. Возьму фуражку. Ну, ладно, это уже все. Темняется, это она пришла специально. Ага. Вот так. Ну, я все, я пошел. Ну, все, слава Богу. Оставайтесь. Слава Богу.